Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу готовить такое блюдо, которое вот мы все раз в неделю готовим дома. Я хочу готовить борщ. Все умеют готовить, но каждый по-своему готовит. И я сегодня хочу показать, как я готовлю. Для этого надо брать хороший кусок говядины, жирный кусок, и обязательно с косточкой, чтобы было вкусно. Я сейчас буду мясо резать кусками, буду варить, потом уже буду овощи разделить. Обязательно надо, чтобы мясо было вкусно. Сейчас я вот полчаса оставлю в воде холодным, потом буду ставить вариться. Дорогие мои, я уже мясо сварила, сняла маленькие вот косточки. Протяжала бульон и сейчас буду готовить борщ. Сначала буду резать овощи. Я люблю, вот когда в борще и лук, и морковка, и свекла немножко побольше. Так вкусно получается. Дорогие мои, уже я вот нарезала все овощи и сейчас буду их жарить. Дорогие мои, вот сейчас я буду масло положить. Я вообще готовлю на топленном сливочном масле. Вы чем хотите, кому что нравится, можете добавить. Так вкусно получается. Сначала буду немножко лук жарить. Чуть-чуть пожарю и добавлю уже морковка со свеклой. Вот уже немножко пожарила, сейчас добавлю уже морковка со свеклой. Буду хорошенько жарить. Вот уже хорошо пожарила. Сейчас добавлю вот 1,5 столовой ложки или вот 2 муку. И немножко буду жарить опять. После чего добавлю уже через минуту томатную пасту. Это
который я сама варила. У меня в канале есть. Добавлю немножко черный перец и паприку. Теперь уже можно добавить бульон. Оно у меня вот чистое, я протяжила. Сейчас добавлю картошку. Мясо добавлю. Чтоб немножко варилось с борщом. Буду варить немножко картошка, пусть мягкий станет, и добавлю уже капусту. Уже я нарезала и хорошо промыла капусту, добавлю. Картошка у меня уже полуготова. Вот это немножко будет вариться. Потом добавлю бамью, зелень и перец. Вот, дорогие мои, уже почти готово. Я сейчас добавлю бамья, окра, по-моему, по-русскому, и перец. Оно не очень горький перец. Они у меня оба заморожены, потому что сейчас зима, я в холодильнике держу, в морозильнике. Это будет минут 5 вариться, потом я буду снимать, чтобы горькость не так дал борщу. И отдельно положу на столь. Еще лавровый лист. Осталось только зелень. Пусть минут 5 варится, добавлю зелень. Еще немножко соль. Я попробовала. У меня мясо уже было солью варено. Я посолила. И очень немножко надо добавить. Вот. Подождем 5 минут. Уже готово. Я буду снимать перец и бамью. Уже борщ готов. Я сейчас буду зелень положить. Лучше петрушку. А если петрушку нет, можете свои любимые зелень положить. Вот. Через минуту уже можно подавать на стол. У нас вот такой хороший борщ получилось. Посмотрите, красиво, пахнет очень вкусно. Будем подавать. Дорогие мои подписчики, дорогие мои зрители, вот уже борщ готов, очень аппетитно, вкусно пахнет. Вот можно подавать вот сухариками, а это овощи, которые я сняла из борща, и со сметанкой. Это уже все по вкусу.
Так что, правда, украинцы хороший борщ делают, русские, но армяне тоже делают армянский борщ. Это мой вариант. Попробуйте, будете знать, как вкусно оно. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите мне, я очень рада вашим письмам. Пока-пока.